Всем здорово, бойцы из телеканала Валерки. Продолжаем проходить атмосферный платформер под названием Deadlight. Да, вот так вот. Так, мы здесь прошли через отель. Так, и теперь нам надо двигаться дальше на лестницу. Погоди, а там смотри. О, ты куда упал, дебил? Ты что сделал, тварь? Зачем ты так поступил со мной? Теперь мне надо снова лезть сюда на ящик, сюда на арматурину, потом сюда, потом вот так, потом вот здесь. Больше так не делай никогда. Погоди. Оттуда я не допрыгну. А вон чё? Вон оно чё? Вон оно чё, Михалыч? Окей. Так, обыскиваем труп. Последняя воля одного жильца блока. Тут говорится, помимо всего прочего, что он решил взорвать бойлер здания, чтобы убить всех его инфицированных соседей. А, нихрена, это так разнесло бойлером. Офигеть. Офигеть, он такой бесстрашный чувак. Так, на арматурину. Погоди. Может, там есть... Да погоди ты. А что ты не отпрыгиваешь-то? Или бы туда нам не перебраться? Да что ты делаешь? Я опять упал. Ну ладно. Ладно. Я говорю хорошо. Окей. Оп. Отлично. Прыгучий у нас чувак-то. Прыгучий. Ну-ка, опачки. Так, а там нам никуда не перебраться, да? Понятно. Там нету у нас открытых окон. Короче, двигаемся дальше. Ладно, хорош тут блуждать. Слышь, вертушка. Воу-воу-воу-воу. Вертолет, что преследует моих друзей. Он что-то сбросил. Идем быстро, мои друзья в опасности. Так, погоди, чувак, а... Здесь электричество, а как мне? Мне надо вот так сделать? Неплохо. Сбросили какую-то, смотри, херотень. А, с ней ничего не делается, походу. А, это, короче, сделано так, чтобы, если я упаду, короче, чтобы я на электричество не попал. Умно. Так. Отлично. Опа, папа, 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 папа. Ясно, понятно. Надо как-то четко там прыгать. Оп. 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 И еще раз. Оп. А так, вниз теперь, да? Сюда на склон. Блин. А, тут стекло, короче, я думал. Я же испугался, аж перепрыгнул, аж прям на сюда, на кондиционер. Так, окей. А, вот сюда, вот по этой штуке лезть. Я тебя понял. Я тебя услышал. Так, погоди, здесь есть какие-нибудь... О, смотри, ништяки. Патроны. А почему у нас Рэнди насквозь в этом... В стенке? Ладно. Я сделаю вид, что я это не видел. А вы как хотите. Окей. Так, а здесь... Это аптечка, да? Понятно. Аптечка и ничего больше. Там, короче, мы взяли патроны, кстати. Да что ты, блин, прыгаешь-то постоянно? Так, погоди, погоди. А, вот как. Вот так. Блин. Блин-блинский. А погоди, а что делать?
В смысле? Я что-то не понял. Че это было? Че за... Кого-то утопили, что ли? Одного из разработчиков утопили, походу. Ладно. А, надо, наверное, вот эту штуку выключить. Я понял. Пошел, пошел! Ага. Надо быстро. Бегом! В смысле? Я чуть не понял тебя. Как индюк. Да почему ты два раза прыгаешь? Давай, давай! Давай, давай, на, держи! Ну, съешь, падла. А я тебе сейчас вот так вот. А я тебе сейчас еще раз вот так сделаю. Погоди. А дальше-то как? Ну, я сейчас нажимаю на кнопку, да? Бегом. А, левый контур. В смысле? Ни хрена, у меня пальцы так не загибаются, ты слышишь? Что за прикол, блин? Как так-то? Это надо делать, короче, двумя руками, походу. Задрал, ну. Так. Так. Держи, держи. Погоди. Это надо делать, короче, двумя руками, я так понимаю. Shift, да, там. И, короче, надо только не запутаться. Так. Бегом, 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 бегом. Опа! Если так постоянно надо будет делать, я офигею. Ладно. Да что ты, ну? Ты хоть предупреждай, ну? Так, чуть-чуть. Отлично. Так, погоди, а тут наверх мы забрались, а туда вон так. Можно, смотри, по этой, по штуке. А, можно было не так прыгать, а можно было допрыгнуть, наверное, до железяки, которая наверху была. Так, стой. Шестеренки. Тут что-то... Так, погоди, используй баррикады. What the fuck? Это похоже на машину, которая какого черта там происходит? Это выстрелы? Хера там? Чарли Дельта Оскар запрашивает разрешение на трансфер выжившего. Одна цель убита. В ответ молчок. Так, погоди. Да ты чуть не стрельнул-то? Ты так больше не делай. Ладно. Так, а что здесь? Смотри, что-то здесь есть. Открытка с изображением Эйфелевой башни. Женщина пишет своей сестре из Франции. Давно не было вестей о катастрофе по другую сторону океана. Понятно. Так, короче, нам наверх. Да куда ты прыгнул-то? Куда здесь спрыгивать? Слышь? А, вон чё. Ладно, допустим. Вертушка, слышишь, да? Вертушка. Патроны взяли. Так, погоди. У него, наверное, еще есть патроны, потому что было красное. Я не все у тебя патроны забрал, слышь, чувак. Да как он меня достал по два раза? О! О-о-о-о-о! Это машина же этого! Это кемпер Бена. Кровь по всему видеодетскому сиденью. Мои друзья попали в засаду. Охренеть! Это не есть хорошо.
Посмотри, трупешник, блин, лежит. Может, у него опять, наверное, какой-то ништяк лежит. Блин. Мне проверить, знаешь. Ты что, упал? Пошел вон! Давай, давай. Охренеть. Охренеть. Ну-ка. Да ладно, ни хрена нет. Ты что? А можно было просто побежать, да, сюда. Смотри, куда стреляешь. Дай мне спокойно умереть. Сэм? Сэм? Это ты? Уэйн? Подойди, подойди быстрее. Какого черта произошло? Все моя вина. Прости, Уэйн. О, боже. Мне жаль. Все хорошо. Не было хорошей идеи приезжать сюда. Они сошли с ума. Эти люди появились из ниоткуда и напали на нас. Боже милостивый, они подстрелили меня. Я истекаю кровью, Уэйн. Где остальные? Весь мир умирает. Куда они их забрали? Я умираю, Уэйн. Ты умрешь в любом случае. Нет. Нет, я не хочу умирать. Нет. Я должен спасти своих товарищей. Куда они их увели? Уэйн. Убежище. Они все там. Чувак похож на этого, на актера, знаете, Скала, да? Женщина. Куда они их увели, Сэм? Говори сейчас, Джефф. Ты должен. Женщины, дети, моя семья. Карла мертва. И теперь ты тоже. Да хорош там мнение распускать, все, вали. Я должен добраться до этого убежища. Давай, там видишь, тени уже лезут. Лезут со всех сторон. Так, ломится, ломится. Это дружище. Это бляха Сэма, он был печальным старым копом из Ванкувера. Бедняга Сэм. Патрончики. Че еще патрончики? А еще че? Патрончики. Ладно. It's blocked. Заблокировано. А, понятно. Замок. Блин, крышка бы не убила, а? Быстрей, бери и вали. Так, нет. Бери. Вали, 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 но быстрее! Тварь, нет, их слишком много! Окей. Еще патроны? Все. Так, твою мать. Срать на эти патроны. А как? Вот так. Отлично. Блин, патроны. В мусорке поговорятся, может, патроны есть. Вот телевизор смотри. Что там за чувак в телеке? А чё, нет перевода? Переведи мне субтитры, блин. Дай мне субтитры. Она жива, она жива. Что-то там. Я, короче, английского ни хера не понимаю. Переведи мне субтитры, пожалуйста, чувак. Ну. Пошел, ладно. Это чуть не упал. Ни хера они там ломятся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, погоди. А там, смотри, тут проход вниз. А можно было наверх. Погоди, я хочу наверх, ну. Нет, задвинь обратно.
Я хочу наверх. Вот так. Видал, что мы пропустили? Мы чуть не пропустили фотокарточку. Фотография пары, они выглядят счастливыми. Внизу комбинация 12-12. Что-то написано с другой стороны. Милая, помнишь те выходные? С любовью, Лу. Какой-то код. Мы чуть не пропустили какой-то код. Вниз. Давай. Открыта комбинация была той же, что и на фото. А, понятно. Оп-па-па-па-ру-рей. Эти. Этот выключатель не будет работать, пока не включено питание. Понятно. Питание. Как всегда, питание. А здесь у нас сейчас какая-нибудь дичь начнется. Смотри, вон, 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 вон. У нее голова шевелится, я вижу. Блин. Сдохни, тварь. Да твою мать! Почему ты сквозь нахер? Не ё, блин. Долбанул. Своим топором. Охренеть, как она медленно открывается. Что-то сейчас должно произойти, блин! Давай, 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 давай! Но! Речи, речи, речи! Да какого хера отвалили нахер? Да как тут так-то? Делать-то? Охренеть. Надо, короче, сражаться с ними, да, получается? Иди нахер. Лежи, где лежала. У меня кошка так делает. Когда запрыгивает на шкаф. Так, патроны перезаряжены. Давайте, ублюдки. Пошел, пошел, пошел. Уползешь? Отлично. Отлично. Да нахер сбил просто. Ран. Да ран ты, ран, блин. Головой просто, как баран. Ты что творишь? Беги, 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 Рэнди. Давай, давай, давай. Я понял, я на ходу тут все понимаю, как делать. Беги, давай, залезь сюда. Окей, беги куда-нибудь. Давай разбивай плечом. Беги, Рэнди, беги. Так, а здесь прыгать надо, вот так. Аптечка. Да какого хера ты аптечку берешь? Не бери аптечку. Ползи куда-нибудь. Ох ты, нихера, как он так прополз-то? Ай-яй-яй. А, он с другой стороны прошел, отлично. Ладно. А мне тут не забраться. А может вот так вот сделать? Нет. А как мне сделать теперь? Блин. А если я вот так вот, я не бью здесь, я могу не бить здесь, я не бью здесь. Блин. Отвалили нахер, 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 нахер. Отлично. Ладно, пожертвовали мы одной жизнью. Фу. Бегом. Да что ты там опять какие-то каракули вытворяешь? Отлично. Так. Не доверяю я этим шестам, короче. Один у нас уже отвалился один раз. Так. Давай, передохни. Беги, беги, беги! Отлично. Убежали. Ух, напряженный момент был, а? Дерьмо. Конец пути. Никто не знает, когда придет конец, пока не будет слишком поздно. Зачем ты патроны тратишь? Чё за рука? Что это? Затащил кто-то. Воу-воу-воу. Сон. Это сон? У меня ни пистолетов, ничего нет. Смотри, люди стоят, да, что-то? Сон.
Мне продолжается сниться тот же сон. Я бегу через город. Я не знаю, убегаю ли я от чего-то или бегу к чему-то. Смотри, горы, да? О, сигнал, да? Это, наверное, до катастрофы, как раз в время, когда началась катастрофа. Слышишь, да, сигнал? Ух ты ж, нифига себе! Атомный взрыв, что ли? Потом я вижу его. Мой дом. Я должен добраться до него. Они там. Ждут меня. И вот, когда я просыпаюсь. И когда ты просыпаешься... Вот он дом. А я думал, это взрывная волна там. Сейчас разнесет все нахер. Оказывается, нет. Сейчас не время бедному человеку разгуливать здесь одному. Вы помешались? Так, погоди. Тоннельные крысы. После смерти Сэма я сбежал из ломбарда Лу. Но эти тени зажали меня. Кажется, я видел Лидию. И помню только, как очнулся здесь, в канализации. И этот странный человек пытается провести меня. Окей. Дайте мне взглянуть на кровь. Укусы? Укусы? Есть укусы? Кровь не моя. Это только как предосторожность. Вы знаете, что бывает? Не подходи ближе. В порядке, в порядке. Крыса знает, крыса чует. Не трогай меня. Черт, кто ты такой? Пойдемте, это место небезопасно. Следуй за мной. Крыса? Он называет себя крысой? Это, короче, выживший, да, который скрывался в канализации, походу. Постоянно, да? Дали, как он обросший, да, такой? С дубиной, как доисторический человек. Там коле какие-то. Да блин, ты что делаешь опять? Крыса забрал ваше оружие. Не забывайте избегать теней, пока не найдете оружие. Да ты охренел, слышь, крыса! Реально крыса, а? Забрал такой. Ни хрена себе. Какое право ты имеешь забирать у меня оружие? Оп. Я окружен тенями, а крыса забрал все мое оружие. Ни хрена там. Ты видал, да? Ты видал, да? Так, погоди. А туда мне не пробраться. Ладно, блин, я что-то пропущу. Мне туда не пробраться. Так, это чучело встало, короче, на кнопку, что ли, да? Опа! Нормуль. Короче, здесь ловушки. Надо как-то избегать. У меня нет манер. Добро пожаловать. Меня зовут Гарольд, крыса, и это мой лабиринт. Не верьте своим глазам, даже если вы не знаете, где я. Позовите меня, когда понадобится. Ладно. А так тебя звать? Насвистывает. Че ты там насвистываешь-то? Не свистей, денег не будет, чувак. Не верьте своим глазам, даже если непонятно. Следуй моим указаниям до конца. Вы должны заработать право закончить. Чего, блин? Какое право? Какое закончить? Ты о чем вообще, чувак? И будьте осторожны с моими творениями. Они убьют вас, если не будете умным, мистер. Охренеть. Походу нам придется ловушки его обходить. Да блин, чувак. У меня нет оружия. А, вот так, да? Ладно, окей. Допустим. Там, смотри, еще херня с колиями, но... Погоди, наверное, так. Надо подумать, да? Вот так. Проползти вот здесь. И прыгнуть. Отлично. Так. Так. Воу. Все ломается, все хрустит. Отлично. А чё ржёшь-то, а? Мне ни хрена не смешно. Откуда, черт побери, ты знаешь мое имя? Крыса знает все. Крыса чует все запахи прямо отсюда. Я распутаю тайну этой земли.
Давай, открывай. Задолбал свистеть. Свистун херов. Так, погоди. Эту херню можно отодвинуть, да, получается? Смотри, там еще дырка. А, во, мы теперь туда попадем. Отлично. Что здесь? Утерянная страница моего дневника. Отлично. Чуть дневничок мы не просрали. 28 января. Чувак, короче, с мешком какой-то. Смотри, сколько мешков, да? И чувак идет с мешком. Мне приснились две кошки, которые играли и прятались в чемодане. Они попали в ловушку, никогда больше не увидели свет дня. Они задыхались. Я несу тяжелую ношу с кровью на моих плечах. Мешки с хищниками леса и мертвыми кошками. Да ладно, это столько мешков с мертвыми кошками, ни хера себе. Попей пустырника, чувак. Не будут такие сны кошмарные сниться. Так, куда мне теперь? Нет времени на вопросы, нет времени на ответы. А что ты? Почему бы тебе не пойти со мной? У крысы всегда свой собственный путь. Фигли, сыт, блин. Настроил тут говна всего всякого. Сыт теперь ходить здесь. Так, окей. Смотри, тени опять. Снова тени. Смотри, кнопки. Погоди, я смогу допрыгнуть? Вот до сюда. Отлично. Я один незнакомец, его имя Джилл Дэмер. А антидоски я могу разбить? Погоди, надо их призвать. Иди сюда. Сюда иди. Нет, они ничего не слышат, они такие глухие, что ли? Погоди. Блин, я думаю, там секретик. Опа! Что сейчас произошло, блин? Чуваки, камон. Ко мне. Мои родные. Давай, иди ко мне, я здесь. Бегу. Да ладно. Твою мать, я-то думал. Ладно. Лох это. Это судьба. Окей. Зато подлечиться можем. Так. А здесь нет прохода никакого? Здесь же, блин, всякие лазейки, всякие секретики могут быть, да? Оп! Твою мать! Оп! Где еще одна? Хера себе. Неожиданно. Нежданчик. Так, а там комната, из которой они вылезли. Может, там что-то там, наверное, какая-нибудь вкусняшка лежит. Бегом! Опа! Да ладно. А как там? Там две кнопки, как там? Он не перепрыгнет же. Бегом. Да что ты, зачем ты еще раз прыгнул? Зачем ты это сделал? Надо просто скатиться. Надо было просто скатиться. Зачем я прыгнул? Я же видел, что там штыки. Ладно. Давай. Теперь мы все знаем. Теперь должно все получиться. Все четко. Ой. Так, а в какую сторону идти? Погоди. Здесь он, чувак, смотри, висит. Там у него на ноге что-то висит еще тоже. Вот эта хрень не двигается. Понятно. Нам надо вниз, да, как-то?
Люк закрыт, в нем стоит надежный механизм, который я не могу открыть отсюда. Да ладно. Быстро, вы делаете все очень хорошо. Следуйте указаниям, они выведут вас до конца. Давай, открывай мне мост. Опусти мост. А, я думал, мост он отпустит, а он, короче, этот люк отпустил. Че ржешь-то, блин? Жизнь веселая. У меня ни хрена не смешно. Еще одна страница вырвана из книги, которую я нашел в тоннеле обслуживания. Здесь написана поэма. Порывом ветра окатилась слеза слез страна тогда и озарила алым светом, что правил мной с тех пор всегда. Че за поэма-то? Друзья, если вы знаете поэму, пишите в комментариях. Нашел рогатку. А, рогатка, нихера себе. Смотри, у нас теперь есть рогатка. Неплохо, мы теперь... Мой настоящий гид покинул этот мир давным-давно. У нас теперь рогатка, мы теперь будем сейчас камнями закидывать. Эти тени всякие. Этому старику сейчас в лобешнике как булдыжник запущу, чтобы он ржал. Так, смотри, вы можете использовать рогатку, чтобы взаимодействовать с предметами на расстоянии. Сюда, что ли? А, нихера себе. Вот это прикол. Ну-ка, чувак, на, лови. Еще. Блин, а ему не попасть, что ли, в голову? Тебе везет, чувак. Ты спас меня, чтобы просто убить. У вас очень хорошо получается, мой друг. Вы почти совершенны. Подойдите сюда. Скажите, когда будете готовы. Не каждый доберется так далеко. Всегда тяжело оставаться на ногах и быть живым. Еще труднее в эти дни. Подожди, я должен найти своих друзей. Одного из них убили на пути к убежищу. Я что-то смешное сказал, слышь? И свалил такой. Ты ублюдок. Почему я не могу туда прицелиться? Канализация где-то под городом. 5 июля, 86 год, статус обновлен. Коллектор. Эти канализации удивительные. Этот бродяга их переделал. Я уверен, что он безумен, но он построил здесь королевство для себя. Я бы такого не сделал, но это крепость в мире, в котором осталось мало безопасности. Думаю, в конце всего приходит к этому. А, выборы, что мы делаем. Они говорят про нас все, все. И кто-то из нас выбрал прятаться. Вот так. Так, смотри. А, на стенах полно рисунков, они похожи на символы, которые направляют по лабиринту. Вот так, да? Так, а что делать? Погоди, использую рогатку, чтобы сбивать небольшие предметы. А, смотри, балку, да, сломали. А, ящичек. Ящичек, и надо... Вон, колья надо, да? Сбить. Ну давай. Ништяк. Отлично. Там чуваки, смотри, висят, болтаются. Так. Перепрыг. Опа-па-па-па-па-па. Та-та-та-та-та-та. Отлично. Так. Так. О, смотри. Тайничок. И такой, чувак там без руки такой, да? А, отвратительное ожерелье из крысиных костей. Это может быть любимым украшением злого старика, такого, как испытывает меня. Ну да. Ладно, Рэнди, да, Рэнди. Я с тобой согласен. Так. Погнали! Погнали! Воу-в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 оу! Фу, блин, я думал, все крендец. Приплыли, блин. Ать! Так, этот сумасшедший старик играет со мной. Погоди. А, там эти колья, понятно. Я думал, какой-нибудь секретик будет. Отлично.
Офигеть, вы что издеваетесь, ну? Так. Мостик опустили. Оп. Там, смотри, Коля, да? Ну-ка. А-та-та-та-та-ру-та-ру-рай. Так. Чё-то я тут заблудился, блин. Аж глаза разбегаются. Что делать? Так, окей. Еще больше этих странных символов. Да подсказки какие-то, подсказки, но я ни черта не понимаю. Коля и Коля, Коля и Коля написано, нарисовано. Так. Где? Мне его надо вон туда, вон в ту штуку попасть как-то. Выстрелить. Вот это... Нет! А кто же знал, что там кнопка-то? Пипец какой-то. More of those strange symbols. Так. Что сделать? Скажите мне на милость. Надо, короче, как-то я не знаю, успеть туда пролезть, да, наверное. Ползи! Да что ты сил-то и сидишь, ну? Блин, как... Этот левый контрол вообще какой-то... дерьмовый. Погоди, можно управление поменять? Опции, настройки, можно? Настройки, управление, управление, управление. В смысле? Раскладка клавиатуры. Так, прыжок. Где там? Присесть. Ползти. Давай на С. Ты вообще пиздец, пипец какой-то. Окей, принять. Принять. Ну-ка давай попробуем сейчас. Сейчас должны пройти. Оп. Вот так. Блин, чуть башку не, не отхерачило. Ладно, смотри. Сейчас вылазим, там кнопка. И быстро. Опа! Отлично. Вот так. Ништяк. Четко. Все четко. Так, смотри, вода, блин. Как я не люблю воду, на жаренде не умеет плавать, да? Оп. Так. Никуда не пробраться. Так, окей, ладно. Сохранка прошла, вот, и видео уже подошло к концу. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, не забываем комментировать, вот, и можете даже делиться с друзьями, если хотите, вот. Ну и с вами был Валерий, всем пока.